Сегодня у нас урок по практике завязывания пояса школы Хонгья Вьетнам. Каким образом завязывают пояс мальчики и девочки. Отличие заключается в том, что у мальчиков он завязывается с правой стороны, у девочек он завязывается с левой стороны, потому что левая сторона женская, правая сторона мужская. Необходимо для начала вот таким образом согнуть пояс уголком. Располагаем пояс таким образом, чтобы он был ниже колена. Обвязываем себя кругом два раза минимум. Дети могут обвязывать 3-4 раза в зависимости от того, какой у него диаметр. И затем вы делаете простой узелок. Из того конца, который будет длинный, достаете бантик. Бантик вверх. Поправляете. Вот таким образом. Пояс должен быть над коленом, сбоку. Если есть иероглифы или название, то оно должно быть видимым сверху. То есть это вот пояс по школе Хонгья Вьетнам, согласно традициям. Девочки то же самое, но с левой стороны. И у девочек, и в отличие от мальчиков, если мальчик начинает завязывать его в левую сторону, то девочки начинают его завязывать в правую сторону. Все остальное сохраняется. Спасибо. До новых встреч на канале мастера Шао.